Всем большой привет! Сегодня будем готовить быстрое и очень вкусное блюдо из тыквы. Всего 2 яйца плюс маленькая тыква и полезный завтрак у вас на столе. Полное приготовление этого блюда занимает не больше 15 минут. Такой тыквенный омлет действительно стоит попробовать. Приятного аппетита! 450 граммов очищенной от кожуры и семян тыквы натираем на мелкой терке. Небольшой пучок укропа рубим ножом. В миску разбиваем 2 яйца. Добавляем туда 1/4 чайной ложки соли, столько же черного молотого перца и слегка взбиваем венчиком. Теперь соединяем все подготовленные компоненты. К тыкве добавляем измельченный укроп, взбитые яйца, подсыпаем 2 столовых ложки муки и хорошо перемешиваем до однородного состояния. Затем разогреваем сковороду, смазываем ее растительным маслом, выкладываем туда приготовленную массу, распределяем ее равномерным слоем по всей плоскости, накрываем сковороду крышкой и жарим на медленном огне 4-6 минут до получения золотистой корочки. Дальше переворачиваем наш омлет на другую сторону с помощью тарелки подходящего диаметра. Посыпаем его семенами кунжута в количестве 1 чайная ложка. Снова закрываем сковороду крышкой и продолжаем жарить еще 4-6 минут до получения такой же аппетитной корочки, как и на первой стороне. Вот и все. Вкусный и полезный тыквенный омлет готов. Подаем его к столу в горячем виде, посыпав сверху еще 1 чайной ложкой кунжутных семян. По желанию украшаем веточками свежего укропа. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.